Ящерицу видели в Квинсе. Она уже приближается к нам. Прикройте дверь. Зверь может быть где угодно. Вы даже не представляете себе. Это Человек-паук. Вся эта охота на ящериц сейчас же закончится. Оставьте Коннорса в покое. Собака разорвет его в клочья. Ваша новая сила не спасет вас от паука. Крейвен хочет поохотиться? Я подарю ему то, чего он никогда не забудет. Отрежьте ножки этому шпику. Он пожалеет, что вообще приехал в Нью-Йорк. Оставайтесь в режиме ожидания и ждите приказов. Спутниковая система сканирует все активные каналы связи. Триангулируйте местоположение. Цель находится на рыбном рынке Гарлема. Все команды сходятся во мнении. Ящерицы переправились через реку. Я не успею сделать это вовремя. Майлз, охотники выследи Коннорса до Гарлемского рыбного рынка. Это была ящерица. Я займусь этим делом. Звучит так, словно Крейвен проверяет свои данные. У нас не так уж много времени. Двигайтесь. Думаю, мы поболтаем позже. Это Ганкё. Ящерица вырвалась на свободу на рыбном рынке. Должно быть, сегодня вечер суши. У вас все еще есть тот беспилотный летательный аппарат-охотник, который вы угнали? Мне было очень трудно скрывать это от моей мамы. Но да, я загружусь и увидимся там. Они быстро добрались сюда. Мы снижаемся вниз. Мы не можем позволить им найти Коннорса, иначе ему конец. Рассредоточьтесь по местам. Если вы обнаружите ящерицу, не вступайте в бой в одиночку. Посмотрите на этих рыбок. Она уже давно кормится. Я никогда не предполагал, что так получится. Не так ли? Будьте осторожны, у нас есть паук. Ну и как продвигается охота? Остерегайтесь его новых способностей. Судя по 3 тоннам дохлой рыбы, вам не здоровится. Все в порядке. Где вы, Коннорс, находитесь? Гараж может привести к нему. Коннорс прорвался через это место насквозь. Он вышел из-под контроля. О боже! Где же я сейчас нахожусь? Бу! Как вам удалось меня найти? Я шел по следу рыбы. Беспилотные летательные аппараты взяли след ящерицы. Он все еще ест. Мы можем застать его врасплох. Ганкё, встаньте у меня за спиной. Вау! Это всего лишь его кожа. Разве это не значит, что он становится все больше и больше? К тому же он еще и голоднее. Эй, чувак, у нас появились новые нитки. Здание кишит охотниками. В зданиях просто кишмя кишат охотники. Есть ли какие-нибудь признаки присутствия Коннорса? Да, Ганкс выслеживает его. Привет, мистер Паркер. Мистер, Человек-паук. Я имею в виду.
но у нас неполные данные. Хорошо. По-моему, у меня есть замок на замке. Ганкё, подождите. Успокойтесь. Это был не я. Я тоже так не думаю. У меня даже желудка нет, так что. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Возьмите его живым. Я не могу потерять Коннорса. Гарри умирает, и он единственный, кто мог бы ему помочь. Мы не будем этого делать. Вы берете на себя беспилотные летательные аппараты. У меня есть гидроциклы. Не возражаете, если я одолжу вот это? Это действительно очень-очень захватывающе. Держите себя в руках крепче, чувак. Следите за этими беспилотными летательными аппаратами. Не волнуйтесь. Они думают, что я отношусь к ним по-дружески. Это же Человек-паук. Вот он. Уберите его отсюда. Ист Ривер — это не река, а на самом деле плоская равнина с соленой водой, которая... Это Человек-паук. Он сражается прямо сейчас. Всем лечь на землю. Помогите туристическому катеру. Правильно. У меня есть металлическая птица-убийца. Я предупреждал вас о том, что не стоит преследовать Коннорса. Теперь это ваша вина. Ядовитые облака. И это все, на что вы способны. Мы здесь почти закончили. Все гражданские лица находятся в безопасности. Как вы выглядите? Боевой вертолет не сдастся. Я иду прямо за вами, мы разберемся с этим вместе. У нас нет времени. Я с вами справлюсь. Пора начинать, мальчики. О, нет, нет, нет. У Человека-паука получилось. Защита. А... Человек-паук, держитесь. Вон там, вон тот с усиками. Двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь. Майлз, хватайтесь за него, поехали. Он прямо за вами. Я знаю, я знаю. Вау. Катайтесь на лыжах быстрее. Летите быстрее. Хе-хе-хе. Я не хочу быть пищей для ящериц. Просто надо держаться. Берегитесь. Всем укрыться в укрытии. Что вы, ребята, делаете? Вы пытаетесь вывести из строя этот хороший корабль. Я не могу подойти достаточно близко, но я могу это сделать и сам. Я ведь один из них, помните об этом, братан? Вот и все. Пит, аллея оп на счет три. Отлично. Раз, два, три. Аллея, оп. А-а-а! Он сбежал от населения. Это очень здорово, Пит. Я спас маячок. Поехали, чувак, пока он не зашел слишком далеко. Нет. С ним все в порядке. Вы уверены? У него очень большие зубы. У меня тоже есть такие зубы. Обычно он не такой, не так ли? Нет.
Он никогда таким не был.